В Выборге открыли мемориал советским воинам, погибшим в этих местах в марте 1940 года. Инициаторами создания комплекса выступили студенты, которые провели большую исследовательскую работу. Работа на самом деле велась тяжелая, потому что студенты в свое время, конечно, они только нарисовали эскиз. Нам приходилось, конечно, не подготавливать проектную всю документацию и сметную. Также пришлось найти спонсоров, привлечь, потому что данный мемориал был выполнен полностью за счет спонсорских средств, которые нам оказали наши выборгские предприятия и организации. Комплекс представляет собой постамент, на котором установлена стела с силуэтом журавля. Местный архитектор Ирина Гайдукова и скульптор Туви Лейтман работали над проектом несколько месяцев. А образ войны. Войны, когда что-то взорвано, что-то расколото, что-то раздвинуто. Вот этот образ. Разорванная птица, да, порванная птица. Это опять образ войны, это прерванная жизнь. Это в качестве птицы, это как бы души умерших.